Наша країна, зокрема й Одеса, переживають вкрай складні часи. Ворожа агресія згуртувала нас усіх разом, незалежно від партійних прапорів та до державних посад. На території обласної клінічної лікарні вдень та вночі від початку війни працюють небайдужі українці, які роблять все можливе для того, щоб допомогти нашої армії. Наталія Пурдик, представниця Фонтанської громади, стала волонтером. Та незважаючи на те, що сама має проблеми зі здоров'ям, робить все, щоб той, хто цього потребує, отримав вчасно гарячий обід. Сегодня нет разницы, кто где живет и кто кем работает. Сегодня у нас, ребята, чтобы вы понимали, в Одессе, в областной больнице, в кафе у нас есть площадя 311 квадратов. Мы их отдали все под работу для того, чтобы кормить наших ребят, чтобы они не были голодными. Здесь сегодня, чтобы вы понимали, и прокурор, и судья, и директор, и уборщица. Сегодня все равны. Сегодня все делают одно дело. Сегодня спасаем Родину. Волонтери готують їжу для наших захисників, які постійно чергують та захищають людей від ворога. Харчування отримують як і представники Збройних сил України, так і представники територіальної оборони. Ми зараз видаємо борщик ребятам, ми даємо їм гарячі, у нас є ріс, курочка, ми робимо салатики свіжі, їм пирожочки напекли. Зараз все збираємо, зараз приїдуть, відвезуть все бійцям. Так що, мальчики, ми за вас боремося тут, на цьому фронті, боріться за нас. Небайдужі одесити, які стали волонтерами, зазначають, що просто не можуть сидіти вдома. Потому что нельзя сидеть дома, когда такая ситуация. И если хотя бы каждый чем сможет, будет помогать стране, мы тогда победим. Все ребята на войну ушли, муж ушел, этот, сын ушел, внук. Мы должны, если они там сидят в этих окопах, мы должны им помочь. Мы приходим, и вареники, и пельмени, мясо, все помогаем, чем можем. Спасибо, родненькие! Вам спасибо! Крім приготування їжі, до цього пункту щохвилини приходять небайдужі одесити, які несуть з собою питну воду, одноразовий посуд, одяг та продукти харчування для бійців. Ми самі з Луганська, ми самі переселенці, ми ж тут живемо 8-й рік, от моя дочка. Ми прийшли допомагати. Тому що ми не можемо нашим, сидіти, да, нашим воїнам. Ми не безразлічні. Да. Приходили на пункт, відносили продукти, речі відносили. Ми взяли предмети, що нас попросили взяти. Да. Скалку. Скалку, що там потрібно для виготовлення пельменей, вареників. В общем, чим ми можемо, тим допомагаємо. Просто займаюся з первого дня поддержкой наших ребят на блокпостах и территориальную оборону в городе, в нашей Фонтанской громаде. Мы поняли, что есть еще часть населения, которая очень нуждается сейчас в помощи. Да, возможно, сегодня это еще не нужно, но не дай бог эти события продлятся, и тогда мы понимаем, что нужна будет поддержка старикам, которые остались здесь сами, многодетным семьям, инвалидам. Этих категорий всегда было много, и уже предугадывая вот этот нехватку продуктов, а мы знаем, что в магазинах сейчас мало что можно достать, мы нашли возможность приобрести средства, нам очень много помогают, очень много людей, которые хотят помочь, но не знают как, и здесь мы нашли понимание. Очень много волонтеров сейчас, и мы сейчас фасуем самое необходимое – крупы, сахар, муку, то, что смогли достать для тех людей, которые нуждаются в помощи. Спасибо всем, кто откликнулись. Вы знаете, никто не отказал, все приходят, я даже не знаю людей, которые показывают помощь, приносят продукты. Кто-то баночку масла принес, кто-то машиной выгружает. Спасибо огромное, Таврия В помогает очень много. Огромное спасибо семье Скорика Николая Леонидовича, помогают непосильно. Деньгами, чем могут, все скидываются, ребята, все помогают сегодня, все абсолютно пришли, помощь предлагают. Даже не знаю, как выразить свои эмоции и благодарность. Никогда не думала, что люди так откликнутся. Все сегодня в одном котелке, ребята, все сегодня мы за Украину. Незалежно від політичних уподобань, віку, статі та займаємих посад, тільки об'єднавшись, разом ми сила. Переможемо, і все буде Україна.